хорошо, да. Да, да, да. Ну, ты же ждал, конечно, она женщина серьезная. Давай там. С сотрудниками общаться, да? Да, сейчас мы как раз позвоним. Здравствуйте. Сотрудник стоит перед входом ваш. Да, ну вы же говорили, там он в онлайне работает, да, наберите его. Да, спасибо вам огромное, да. Да. До свидания. Пока перемещаемся от объекта к объекту, все время телефон, смски, звонки. Некогда спросить, как дела даже. Ребятушки, у нас сегодня день начался с 7 утра. Ну, с 7 утра мы встретились. А во сколько он заканчивается, дядя? Да бывает и в 22:00. Комендантский час. Вот комендантский час и закончился. А получается, до войны бывало, вот там это приходилось и в час ночи приезжать там. А это клиенты тоже? Да, не спят? Да, вот оформляешь аквариум, понимаешь, что надо сегодня оформить. Люди говорят, да давайте уже оформите, как бы, уже сегодня закончим это все. Вот. И до часу ночи. До победного. Вот, да, где-то там находишься в Ольшанах. Вот. И едешь в 3 часа ночи дома. То есть пригород тоже? Да. Вот такой у нас травничек. Значит, давайте посмотрим сразу в шкаф. В шкафчик. Здесь FX6, FX5 еще старый. И Осмос. Все регулируется. Вот, кстати, автоматикой. Автоматикой, да. Это еще делала фирма Аквадизайн, называлась фирма такая. Вот сама уже автоматика. Нету, да. Да. Руководитель фирмы умер от рака. Вот. Вот, значит, здесь система протоки. Вот. Система, точнее, слива. Сюда сливается, да? Да? Сюда сливается вода. Вот если посмотреть на вот этот датчик, он когда поднимается, включается насос, который выкачивает. И так циклически. Вот. Так, вот, ребятки, видите? Автоматика вот тут сливается. Да. Все интересно. А вот походу вот тут насос. Боль параметров воды. Сколько так, здесь стреляночку. Литров? Здесь, да, наверное, тонны полторы. Я думаю, полторы тонны. Здесь все автоматически настроено. И наша задача только всю эту биологию контролировать. Первый показатель меряем ТДСником. Значит, ТДСник у нас показывает 99-70-90, вот 71, то есть то, что надо. Водичка у нас мягенькая. Отлично. Посмотри, как тут сделано. Получается, с осмоса капает вода. С осмоса, видишь? Да, да, да. Вот. Автодолит, да? Ну, мне кажется, ТДСник, он как бы... ТДС – это слишком маленькое значение для этой баночки. Надо немножко сделать подмес воды. Смотрим, ну, самый главный показатель, который... Можно, который нас интересует. Это нитрит-нитрат. Нитрит-нитрат прекраснейший. Вот. Ну, как мы делаем? Да, как мы делаем? Ну, карбонатка, кстати, вполне нормальная. То есть не низкая. Не низкая карбонатка. Здесь сейчас баллона нету CO2, но он есть. Он у меня на заправке. Вот, карбонатка не низкая, но все равно подмес сделаем. То есть мы открываем кран. И пока будем чистить стекла и менять фильтр, кран будет делать подмес простой харьковской воды. Это простая, да? Да, это простая вода. А осмос тоже настроен автоматом? Осмос, да. Осмос кап-кап-кап. И получается у нас, когда вот сейчас наблюдаем, оно наполнится. Вот сейчас оно пойдет отсюда, вода. Оно наполнится. И, значит, пойдет насос выкачивать воду. Так, вот получается, поплавок поднялся кверху, и насос пошел качать. Насос находится вот здесь. Вот. Вот насос пошел качать.
Вот эта ультрафиолетовая лампа тут еще стоит? Да, да, то ультрафиолетовая лампа. Еще керамика дополнительная, да, стоит? Да, и керамика на всякий случай. Ребятушки, работа не идет, видос не идет, Дима есть. Семейные отношения. Дима, да, выясняет там семейные отношения, в общем, как-то так. Протирать стекла. А сколько тут длина аквариума? Сколько длина? По-моему, или 4, или 5 метров. А кто занимается оформлением аквариума? Мы занимаемся, я занимаюсь в том числе. Ну, этот аквариум тоже нам достался по наследству. Это еще Олег аквадизайн делал. Это много-много лет назад. Вот. Ну, мы оформляем аквариумы. Вот, может, поедем на объект сегодня, там, где мы оформляли. Я могу скинуть кучу работ моих. Дизайнерских, да? Да, то, что именно мы делали. Я в плане того еще, вот, рыбу кто подбирает вот, в данном аквариуме. У нас огромная сеть поставщиков по рыбе. Вот. Рыбы, растения, да, вот, да. Декорации. Поставщики по растениям, все налажено. Декорации, все это у нас как бы все до такой степени. По цихлиде поставщики, по хароцине поставщики, по растениям поставщики, по оборудованию поставщики, по стеклам. Просто есть же, например, клиенты, которые хотят с нуля. Рыбу, которая несовместима. Угу. Не, ну объясняем людям. То есть курс какой-то они проходят, да? Конечно, конечно. Но мы никогда не привезем, к примеру, к неону, там, астронотуса того же. Ну, а были такие же наверняка случаи, когда приезжаешь на объект, а там рыба, которая несовместима сидит, или да. Растения какие-то да, там. Да, да, были такие случаи. Ну, отселяем. Люди говорят, отдайте в хорошие руки рыбок. В таких случаях, которые несовместимы. Вот, ну что, пойдемте менять фильтр. Сколько этот фильтр уже не вскрывался? 3-4 месяца. А где-то надписи не делается? Не, мы как это делаем? Мы, получается, каждые последние 10 дней уходящего сезона меняем эти все биологически активные компоненты. Последние 10 дней уходящего сезона. Вот. И вот ну, сейчас получается, что у нас? Уже сентябрь, вот уже пора. В следующий раз будем менять сентябрь, октябрь, ноябрь, к примеру. Аквариум уже старый, потихоньку все разваливается. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Пациент на месте. Да. Сливаем водичку. Открываем. Сейчас посмотрим, что вскрытие покажет. Это мне самому интересно. Сколько у него объем, не помнишь, Настя? Не знаю. Не буду говорить. Старые... Если кто помнит, тогда напишите, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Старые биокомпоненты мы сразу в мусорку. То был уголь, да. Кольца, но мы же сохраняем часть. Вот, это тоже уголь. Вот, мы же материнку сохраняем. Ну да, да. Так, тут материнка полностью. Так, теперь нужно помыть мочалочки все. Материнку не трогаем. Ну, довольно-таки грязный для флювала. FX6 флювал обычно с растениями разбираешь, он такой почище все-таки. Учитывая то, что еще там внутренний стоит с губкой, да? Да, внутренний еще стоит с губкой. Но в этот раз как-то загрязнился побыстрее. Стандартно мочалочки. Да. Приступаем к сборке. Да. Ставим дополнительно керамику. Ну, здесь мы высыпать не будем, здесь очень удобно. И уголечек наш. Так, ставим на место это все. Мочалочки. Ой, мочалки забыл, представляете? Вот это я рассеянный. Рассеянный с улицы бассейной. Да, ну тебе немножко тут
немножко тебя отвлекает, поэтому сейчас мысли и там, и тут у тебя. Да. Нижняя керамика. Да. Средняя уголь. И верхняя керамика. Душа. Ну, в FX6 оно так сильно не играет значение. Из-за места неудобный подход, и он стоит тут на соплях. Буквально. Стоит. Ну, немножко ребята, конечно, не продумали, когда делали это все. Может, тут надо под другой фильтр продумывали. Да может и под другой. Так, вот это выход. Да, это out, это in. Вот. Может, это уже другой фильтр стоит. Ну да, зачастую же так и бывает, что ну, вначале один, потом еще времена. Уже лет 15 просто. Так, ну, флювал мы так. Мы его наполняем. Вот. По тому же принципу, да? Нет, мы его вот так вот наполняем, пока заполнится да. Все, забулькотело. Забулькотело, да. Полно, да? Да. Теперь открываем сперва вход. Теперь открываем выход. Так. И включаем его в розетку. Все. Заработал. Дело пошло. Дело пошло, да. Да, вижу. Водичка полилась. Все работает. Так, ну таймер тогда уже я ставлю на таймер. Мне просто тут компрессор надо включить. И вот. Еще у нас внутренний фильтр, да? Да, еще внутренний фильтр. Ой, жмых. Обычно выжимаешь мочалку, оно все внутри. Это потек жмых. Сейчас сели кушать. Как раз рассказываю, и женщина подошла, попросила помочь на хлебушек. Дима пошел, дал. Так, а сейчас я продолжаю показывать. Малинка, а под малинкой что за ягода? Черника. Черника. Черника, да. Ага. Так, дальше. Ну, это второй прием пищи будет у нас. Фрукты, овощи, точнее помидоры и персики. Орехи и бананы. Это у тебя вообще на день вот это да, питание? Да, это на день. Вот получается, я два раза кушаю. Вот, в 12 и в 4. В 12 кушаю курочку с какой-то крупой, рис, гречка, овсянка. В данном случае сейчас пшенная каша. Вот, и какой-то десерт из фруктов. В районе 16:00-17:00 100 грамм орехов, банан, ну я сегодня взял на всех бананы, помидоры и какие-то тоже фрукты. Вот. То есть вот такой рацион здорового питания. Ну а мы приступаем, ребят, к поеданию. Да, ребят, вопрос на засыпку. Как вы думаете, что здесь может быть? Вот Дима пошел туда. Мне интересно, что там можно купить, как это связано. Ну, идет. С аквариумистикой. Вообще пока. По-моему, довольны. Что-то радостное, что-то несет. Что же он там несет? Радостью. Аквариум новый купил. Ракушку купил, да? Это поехал из Намы. Туристическое агентство поехал из Намы, да. Ого. Купил жене тур. Сейчас посмотрим. Ну, вот тут туроператор положил фотографии. Вот. Куда будет ехать, куда да, будет, какие да. там виды. Какие виды, да. То есть там какой-то такой номер классный. Ну, то есть не было дешевых номеров. Два одинаковых положили. Походу, не, да. Не было ну, дешевых номеров, типа такого номера, вот что-то. Тур дорогой, но не буду озвучивать, не буду хвастаться. Работал долго, экономил как бы денег. Вот, вот сами билеты. Так, это что такое? А, это подарочный сертификат к дню рождения.
Так. Круто. А вот сами билетики, наверное, да? Вот сами билеты. Я тут ничего не понимаю. Да я такой же. Что это означает? Давайте полистаем. Прибуття. Ну, тут, наверное, страховка. Ну, в общем, моей любимой жене. Я вообще хотел как бы сделать белый билет, думал. У меня есть небольшое заболевание неврологическое, вот, приобретенное со спортом. Полететь вместе с ней, ну что ж, не судьба. Плюс у нас такие отношения сейчас тяжелые. И вот я ей ложу еще личную записочку, чтобы она это все прочитала. Она такая, что может это все выкинуть, сказать, не принять, может сказать. Вот это да. Да, ну скажет, я как бы от тебя ничего не хочу. Вот. А деньги можно будет вернуть, если? Нет, нельзя. Как тебе сказать, ну вот я деньги зарабатываю, как бы еда есть, машина есть, там заправляю машину, работаю, все там, бедным помогаю, там все. А коммунальные оплачиваю. Ну зачем мне лишние деньги? Ну, если человек откажется, ну пусть эти деньги сгорят. Ну, не в деньгах же дело. Вот. Конечно, я очень хочу, чтобы она поехала, отдохнула. У нас двое детей маленьких. Получается 3-4 года детям. Вот. И ну, я очень жену люблю. У нас там долго рассказывать, непонимание. А в семье такие. То есть мы жили, получается, в Харькове. А, как оказывается, жизнь, как она говорит, это было все. Не замечали ошибок за собой, которые делали. То есть у нее обиды за то, что я вот как бы там ее как-то неуважительно относился. А она, ну, давай я расскажу, наверное, про мою жену, покажу. Вообще, кто моя жена? Моя жена блогер. Она очень крутая. В блогинге. Очень. Где блогер? Семейный. Семейный. Family. Ну да, то есть по этим самым. Вот ее страничка. Вот ее страничка. Вот. Получается, она участвовала в Супермаме. Вот, мы с ней снимались. Вот. Это вот наши дети. Это младшая Аделина. Это старшая Ника. Вот, то есть, плюс у нее стресс, недавно умерла мама, вот, это ее достижение в похудении, то есть, она, умничка. Она тоже специалист, она заканчивала, я заканчивал олимпийский профессиональный спорт, она заканчивала кафедру баскетбола, то есть, мы, в принципе, с ней познакомились в плане того, что она пришла ко мне тренироваться. Ну, вот так вот и дотренировались, что родилась вот девочка, вот эта Ника. Это первая дочка, через год вторая дочка родилась. Вот, сейчас покажу, это все Ника. Вот, значит, это вот прекрасно, она. Прекрасно, конечно, что вы познакомились и семья появилась. Но... Она умеет делать разные праздники. То есть я ей, ну, всегда в этом ее поддерживал. То есть она мне теперь говорит, что вот мы жили фальшивой жизнью, я не к тому стремилась. Ну, я ее, правда, там, знаешь, покрикивал за кредиты там. Ну, знаешь, надо было самому за этим следить. Это не Фертити, а это она. То есть там все в шоке. То есть говорят, не Фертити, не Фертити, там все как бы. Ну, как бы очень похоже на Нефертити. И получается, какая ситуация? Когда идешь в Египте, религиозно настроенные люди, вообще, ну, как говорят, ты египтянка. Вот. То есть она украинка. Что сейчас происходит? У нее обиды за то, что я ее обижал, я ее не понимал, я ее. Ну, как вот можно по 14 часов работать и еще быть женой, ну, на физическом уровне. Просто настолько семья, хотелось, чтобы в семье все было, чтобы была еда качественная, чтобы была одежда качественная, чтобы были поездки, чтобы было, ну, нужно было развиваться для того, чтобы вот есть определенный финансовый уровень, к примеру, там 50 тысяч гривен, но хотелось развиваться, развиваться, и на развитие нужно время, кучу-кучу личного времени уделять. Вот, и вот по 14 часов приходилось работать. И когда вот война началась, мы уехали в Полтавскую область, там она живет одна, все.
И по большому счету, когда меня не стало, муж и не нужен ей. Муж и не нужен ей, потому что ей спокойнее, не надо меня там кормить, не надо терпеть какие-то мои особенности характера. Плюс, ну, как бы вот это то, что напряженность в отношениях была какая-то. Вот, ну, плюс, знаешь, как, не слышал жену, она мне говорила, то есть, ну, как-то думал, что это несерьезно все, само пройдет. И вот сейчас собирается подавать на развод, вот. Не знаю, подала на развод, не подала на развод. Для меня, конечно, это, не знаю, как. Я для нее, получается, вот как коса на камень пошла, оказывается, умею делать романтические подарки, то есть там она, к примеру, с ребенком лежит в отделении, и раз там цветочки аккуратно специально обученные люди принесли, положили с сушами, вот, к примеру, взял по всему городу колесил, по всем магазинам нашел, она любит труфеля, вот, нашел все, потратил, честно скажу, 4200 гривен на конфеты. Вот такую коробку конфет, ну, там как бы и дети любят конфеты, отослал ей. Вот, еду с ресторана ее любимого. Вот, то есть пытаюсь всячески, как бы, ну, ничего не получается. Это не влияет никак на чувства. Плюс написал песню для нее. Есть ключики. Есть, да? Ключики, да. То мы начали ехать, ребята, думаем, а ключики есть или нет? Да, ключики есть, оказывается, они есть. Поехали. Тут еще у меня в машине везде растыканы очки. Они показали. Ну, у меня нету брендовых там каких-то моделей. Все покупаю. У меня товарищ обслуживает аквариум на центральном рынке. Он торгует хорошими подделками. Вот это, к примеру, одни очки. Вот сейчас мне просто многие говорят, что мне идут многие очки. И я раньше каким образом. В молодости вообще это была мулька такая, коллекционировал очки, каждый день покупал одну пару, у меня была даже классификация: спортивные очки, маски, потом классика, клубные очки, экстравагантные, там еще вот это у меня было записано так, и значит, у меня там определенное хранилище было для очков, и где-то так это длилось года два, и как-то потом, ну, само по себе как-то, ну, насобиралась коллекция, и уже, ну, некуда было, просто новых форм не выходит, вот, и как-то, не знаю, я одним весенним днем вот отъел, и они как вот мне мешают, как-то давят на глаза там все. Я положил, и все, с того времени я их так сильно не носил. Пролежали они где-то 2 года, и я потом начал раздаривать друзьям. Сейчас еще такой какой-то маленький ящичек остался. Но это в этом году вот там приобрел модную модель раз, вот это модная модель этого года. Теперь все по новой завертелось. Не, ну до такого безумия, что там каждый день покупать не завертелось. Вот еще лежат очки. Вот эти только немножко такое в спортивном стиле сделаны. Да, да. То есть, ну, вот как-то так. То есть и по машине тут еще, если посмотреть, она там и сзади, мы, кстати, заднюю на полке, да, полку не смотрели, там аптечка лежит, сачки лежат. Вот. Аптечка автомобильная или аптечка аквариумиста? Нет, аквариумиста. В основном там, ну что с аквариумистом уже случится, порезы. Пластырь лежит, значит, йод лежит, перекись водорода, зеленка, бинт, напальчник, бывают порезы. Вот эти ножи, я вам так скажу, ребят, вот эти ножи. Ну, то, что мы показывали. То, что мы показывали, вот они. Это вообще опасная вещь. То есть ты его когда достаешь, вот, ты нечаянным движением там раз себя и можешь порезать. И бывает, ну, руки постоянно в воде у тебя. Постоянно в воде. Ну, и бывает, если глубокие порезы на пальцах, приходится напальчник одевать. Бывало, раны не заживали очень долго не заживали, особенно если там здесь порез какой-то. Вот. Ну, понятно, что аквариум клеишь, со стеклом работаешь, покрывные стекла режешь. Раз-то порезался. Ну, последние месяца два не резался вообще. Не резался, везет. Ну, вот эти ножи, конечно, они до такой степени острые. Это просто какой-то жест. То есть неаккуратное движение им, и все.